Здравствуйте, дорогие аквалимисты! Хочу вам показать и рассказать книги, которые я получил для того, чтобы найти портрет доктора Герберта Аксельрода, которому исполняется в этом году 90 лет. Связаться с ним достаточно сложно. Я просил Хольгера Венделова, которого вы знаете по участию в нашем семинаре, посвященном природному аквариуму. Он связался с женой Аксельрода, Эвелин, и она попросила Бернарда Легина прислать мне последние фотографии Герберта Аксельрода, поскольку у меня фотографии все начала 70-х годов, старые. А им в этом году исполняется 90 лет. И вот он мне прислал книгу. Пока я распаковываю ее, сейчас я вам покажу. И даже не одну книгу, а несколько книг. Настолько замечательно, что просто невозможно. Я показывал когда-то книги японские, как будто они платиновые. А сейчас на золотом фоне платиновый дискус. И написано «Аксельрод Деген. Книга по дискусу». Примерно половина книги, ну чуть меньше, посвящена Аксельроду и написано, да, о деятельности Аксельрода. А половина книги Бернарда Дегена. Естественно, книги все с дарственными надписями. Я это очень люблю и собираю, и сам подписываю свои книги. Вот начинается активная деятельность Герберта Аксельрода в той части, которую мало кто знает. Он собрал струнный квартет, уникальный совершенно, который в дальнейшем подарил. Жизнь его полна встреч с удивительными людьми. Вот, например, здесь на фотографии показана встреча с его величеством королем Леопольдом III. Этот квартет он впоследствии подарил с одним условием, что хотя бы раз в год этот квартет струнный должен звучать в руках ведущих музыкантов мира. Здесь на фотографии доктор Аксельрод с другим своим интересом, собранием. Это отпечатки ископаемых рыб. Одна из рыб, ископаемых рыб, была названа Аксельрод Ихтис. Здесь очень много интересного. Я обо всем, так сказать, рассказать, конечно, не смогу. Вот книга показывает красного неона, который должен Херодон Аксельроди, назван в честь доктора Аксельрода. Это самая лучше всего продаваемая рыба в мире. Миллионы вылавливаются, так сказать, каждый год, и конца игра этому нет. Здесь фотография в Барселосе, рядом с церковью. Дом выстроен Аксельродом. Это его фонд, которому он обучает местных жителей, как обращаться с аквариумной рыбой, как их собирать. Вот таблица, в которой приведены все виды и род, который описан в честь доктора Герберта Аксельрода. Вот это вот все виды. С подробным описанием, кто, что, когда, со всеми фотографиями. Завершается книжка «Последним путешествием доктора Аксельрода», которая разница между первым и последним путешествием 50 лет. Дальше идет часть, она чуть больше половины, эта часть, посвященная любимым рыбам Дегена, Бернарда Дегена, дискуса. Вот, а дискусов здесь огромное количество. Прекрасные фотографии, дискусы всех форм, всех цветов. Сам автор с различными разводчиками. В общем, я такие книги... Мне говорят о том, что книга якобы, так сказать, устарела, бумажная, она не... Нет, она нужна, потому что это то, что можно, любой человек может взять в руки и посмотреть, в отличие от любых носителей электронных или магнитных, там, каких угодно, на ленте. Потому что вот он, вот они, так сказать, рыбы. Вот, я перевернул страницу. Могу крутить их так, могу крутить их так, как угодно. И книга устроена так, что тут даже специально номера страниц устроены так, чтобы можно было
наслаждаться всем этим. Вещами. Вот красота. Акселерот и Деген. Книжка о вирусах. Следующая книга, которую, собственно, я не ожидал и не просил, но везет мне на хороших людей и на удивительных людей. И Берн Деген, с которым я мало знал, только знаком только в переписке, он вот мне прислал такую книжку последнюю про Арава. Ну, когда-то в конце 80-х годов я впервые привез сюда Араван. Здесь речь идет об азиатских араванах, занесенных в Красную книгу, Склеопагис формозус. А я пришел обычных наших американских язычников, к которым, так сказать, относится самая крупная рыба пресноводная, Арапайма гигас. Тоже, так сказать, книги замечательно упакованы. Ну, как не радоваться таким вот изданием? Представьте себе, открываем даже Форзас, весь в великолепных рыбах. Ну, я просто... У меня просто нет слов. Книги, естественно, с издательскими надписями. Это книга Рони Вартенберга, Сандра Вартенберг и Бернда Дегена. Аравана. По содержанию книги можно увидеть оригиналы происхождения, аравана как охраняемый вид международной красной книги, разведение рыб в Сингапуре, The Good Luck Charm. Это... А рыба большой удачи. Анатомия, цвета, поведение и агрессия. Поведение и агрессия. Критерии для группирования рыб. Араваны в общем аквариуме. Правильный аквариум для араван. Правильное устройство аквариума. Каждодневный уход. Азиатские фармы. Разведение. Значит, культура. Содержание здоровых рыб и галерея Араван. Ну вот, сейчас я буду крутить опять с самого конца. Вот то же самое, нарзас замечательный. Замечательный. Это вот одна из последних книг по Араванам. Ну, они большие. В Юго-Восточной Азии считается, что это рыба, которая приносит счастье. И они ее и содержат дома, и едят. И, в общем, это... Нормально. В свое время я когда-то взаимодействовал с компанией Tetra, Перки. Они специально для южноазиатского рынка разрабатывали корм для араван. Специальный корм для араван. Кормить рыбу достаточно сложно. Она крупная, она метр размером и много весит. Вот цветовые вариации. Фантастические совершенно. Фантастические цвета. Форма, она, конечно, одна и та же. Но они отличаются здорово от араван. Вот мальки, которых араньку берут, кстати, икру во рту. Вот. Показано, как извлекают изо рта самки эмбрионов. Вот, собственно говоря, араванная ферма. В общем, все, что интересно про араван, все здесь есть. И вот последняя книга, которая мне очень понравилась, это мини-атлас дискусов. В этой книге представлены 600 вариантов, разбитых на 14 категорий. Вот. Тоже самый красивый форзас, это хейтерский дискус классический, дикий. Естественно, книга с дарственной надписью на первой странице написана. Эта книга посвящается моему дорогому другу и наставнику, доктору Герберту Акселероду. Вот фотография. Ну, к многообразию дискусов мы уже привыкли. Я в своих фильмах показывал то, что, чем я в свое время занимался и на Кипре. И вот они, эти все дискусы. Разбили на 14 категорий. Конечно, для дискусовода эта книжка просто клад. Для того, чтобы можно было определить, что, зачем, где, куда, кого, как. К какому, какой категории каких рыб относить. Хотя все это, конечно, условности. Условности, придуманные человеком. Но, тем не менее, из этого возникли международные конкурсы, выставки. Вот дикие, хорошие дискусы. И здесь также написано о том, как дискусов разводить, какие, так сказать, критерии основные для разведения. Ну, это все, что я хотел показать и рассказать. Три замечательные книги от замечательного человека.